Александра Яковлевича приезжала на наши мероприятия, всегда ходила на концерты. В Витебске она была? В Витебске, да, вы уже видели. Ну, последний вот в Витебске. Надеюсь, никто не будет против, что мы с Эдой там Чайковской поднимем сегодня на общей фотографии табличку. Она осталась у нас с летника. Светлая память. Ну, я не знаю, что еще сказать, очень жаль. Не было, сколько лет было. Очень хороший был человек. Да, она с нами сегодня. Очень хороший человек, Наташа Огнева. И Пскова теперь вот... А у нас есть кто-нибудь?